как мы уедем. Здесь вообще можно купаться? Не купаться, но там сидеть можно? Да. А, окей. Так, у нас первая высадка на берег. Я, честно говоря, не очень знаю, как это сделать. Только в лодку не врежешься, Лиз. Ровно снимаешь. Снимать? Или выключать? Приехали. Выключат? Нет. Давай еще поснимем. Ну, как я должна делать? И снимать. И держать. И опять держать. А, я боюсь. Первая высадка прошла успешно. Можно пособирать на первые ракушки. Секретный песчаный пляж. А нет, не секретный. Тут уже таблички стоят. Опа, здесь черепашки. Смотри, что тут всяких животных целая куча. Черепашки тут, смотри, они здесь высаживают свои яйца. Яйца? Да. Черепахи размножаются яйцами. И они сюда приплывают, на этот берег песчаный, чтобы выкопать ямку и высадить туда яйца. Угу. Вот. Но это происходит только, по-моему, с мая по август, весной и летом. Это Atlantic Ocean. Смотри, даже кто-то вон на паруснике идет. Он купается, смотри. Разница между
внутренним каналом этим и океаном. Там все спокойно, ветерочек, 10 узлов на порывах, а здесь уже 25. Песок такой чистый, да, без камушков прям. Да. Мало всего, грязь, камушков. Чисто песок. А? Чистый песочек такой прям. Ну да. Если море было бы спокойное, то вообще было классно купаться. Хорошо. Идем обратно? Ой, как хорошо. Плавать в море.